Дорогие друзья, всех приветствую, всем ассаламу алейкум, с вами я, Мухаммад Муртузалиев, и вы на канале «Шеф готовит». Я извиняюсь за то, что ненадолго вас оставил здесь одних, у меня кое-какое ЧП произошло. Те, кто подписаны на мой инстаграм, Мухаммад Муртузалиев, те в курсе то, что у меня произошло. Но не суть. Суть в том, что сегодня мы с вами приготовим очередной вкусный видеорецепт. Мы сегодня будем с вами готовить панкейки, мини-панкейки, и приготовим с вами чернично-банановый коктейль. Желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем, поехали. Для начала, друзья, возьмем муку, я уже заранее подготовил, и разрыхлитель. Давайте просеем ее. Просеяли, теперь нужно будет добавить немного разрыхлителя, грамм 20. Муки мы добавили с вами, друзья, 260 грамм. Так, убираем все по местам. Теперь в мучную смесь, друзья, добавляем щепотку соли. Этого будет достаточно. Затем, друзья, добавляем молоко и сахар. Так, берем яйцо одно, молоко и добавляем в нашу смесь. Так, молока нам нужно будет 220 миллилитров. Все, молоко мы, друзья, добавили. Аккуратно заливаем в нашу мучную смесь и затем добавим сахар. Сполоснули наш мерник, мерный стакан, он нам еще потребуется. Добавляем соль. Так, сахара добавляем, друзья, 40 грамм. Затем яйцо. На этом этапе, друзья, нужно будет все размешать. Теперь, друзья, мы берем воду 180 миллилитров и согреваем ее. Согреем ее. Согреваем не сильно, друзья. Пока наша вода согревается, давайте растопим сливочное масло 100 грамм.
Добавим воду в наш замес. Масло добавим в самом конце, уже растопленное. Итак, друзья, наше масло сливочное растопилось. Давайте добавим его тоже в нашу смесь. Хорошенечко все взбиваем, друзья, чтобы не осталось никаких комочков. Все, мы закончили. Наш замес готов. Сейчас мы его аккуратно разместим, перельем вот в такой вот соусник. С него мы будем уже делать наши будущие мини-панкейки. Вот такая вот заготовка у нас получилась, друзья. Мы ее уберем сюда и подготовим все на коктейль сейчас. Черника и сливочное мороженое. Так, для коктейля нам потребуется черника, банан, сливочное мороженое и молоко. 4 ингредиента. Ну а поможет нам в этом всем деле замечательный блендер фирмы BQ. Друзья, давайте я вам расскажу в двух словах про блендер бренда BQ. У него высокая мощность 1200 вольт, объем чаши 1,5 литра, плавная регулировка скорости и есть режим турбо. 3 автоматические программы, нож с 6 лезвиями и корпус из нержавеющей стали. Берем пол банана и закидываем в чашу нашего замечательного блендера. Рекомендую брать бананы спелые. Они так дают намного больше вкуса и аромата. Черника. Немного мороженого сливочного. И немного молока.
Пробуем. Blender отлично справился со своей задачей. Ну что, давайте попробуем. Смело. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить это у себя дома. Ну а сейчас мы начнем готовить наши мини-панкейки. Друзья, я вас очень прошу поставить этому видео хороший свой жирный лайк и оставить свой комментарий, потому что это на самом деле помогает в продвижении моего канала, и я вас очень об этом прошу. Подписка, лайк и комментарий. Это же не сложно. Друзья, ну а тесто, которое остается, можно спокойно убрать в холодильник и использовать его там в ближайшие несколько дней как заготовку. Предварительно сболтаете и можете приступать к жарке. Уберем в холодильник. Достанем сметану и ягоды на украшение. Ягодами сегодня будут у нас служить черника, нет, голубика и малина. Такие вот у нас пышные, замечательные, вкусные панкейки получились. Бомба. Главное их не пересушить. Они очень мягкие и такие вот прям сливочные. Чувствуется вкус молока и сливочного масла, друзья. Давайте украсим их красиво нашими ягодами. Все, пойдемте к столу. Сметану. Кстати, сметану можете размешать с сахарной пудрой. Ну что, пробуем, друзья? Это отличный рецепт мини-панкейков
Вы можете его готовить хоть каждый день себе на завтрак. А если у вас есть собственное заведение, вы вполне можете включить мини-панкейки по моему рецепту в свое меню. Эта порция, конечно же, большая. Но я поделюсь еще с кем-то. Коктейль. Коктейль, друзья, просто получился бесподобно вкусный. Кстати, друзья, ну а поближе познакомиться с брендом BQ вы можете по ссылке, которую я оставил в описании. Там же вас ожидает приятная скидка. Так что переходите по ссылке в описании и заказывайте хороший, надежный бренд себе домой или же кому-то на в подарок. Тем более в преддверии такого мероприятия, как Новый год. Бренд BQ, друзья, это отличное качество по низкой и доступной цене. Так что шеф готовит, вам рекомендует. Ну и не забудьте сохранить рецепт таких замечательных мини-панкейков. К сожалению, сегодня Гусейн вовремя не пришел, но будем надеяться, что в следующем видеорецепте он появится. Друзья, подписывайтесь на мой канал «Шеф готовит», оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Поддерживайте меня своим активом. Я стараюсь для вас. Всего доброго. До свидания.